Готовность номер один. Долгожданное событие для всех киноманов – возобновление работы кинотеатра «Арктика». Первый сеанс стартует 14 августа в 11:20. О том, как идет подготовка кинодома ко встрече с посетителями, а также о премьерах, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Долгожданное открытие кинотеатра и последующая его работа будет проходить с соблюдением противоэпидемиологических мер. Сотрудникам будут измерять температуру каждые 2 часа. В случае повышения – отстранение от работы. Если же бесконтактный термометр зафиксирует повышение температуры у посетителя, сотрудники кинотеатра вправе не допустить его на сеанс. Также в кинотеатр мы установили диспенсеры с антибактериальными средствами для людей и посетителей кинотеатра. Работники кафе также будут все в масках и в перчатках. Значит, на входе мы будем замерять бесконтактным градусником температуру людей и посетителей. Значит, между сеансами мы увеличили сейчас промежуток времени на уборку, то есть по требованию Роспотребнадзора, то есть должно быть 30 минут. Значит, мы увеличили до 30 минут, то есть 15 минут у нас уходит там на уборку, и за 15 минут до начала сеанса мы будем запускать зрителей в зал, для того, чтобы не создавалось скопление людей перед входом. Что касается бронирования билетов, то покупка в кассах возможна только с учетом соблюдения социальной дистанции. Реализация билетов осуществляется только через кассу кинотеатра. Сервисы онлайн-бронирования и онлайн-покупки недоступны до снятия ограничительных мер. Принцип рассадки зала будет через одного человека. Также мы учитываем все требования по рассадке клиента. Значит, через одно место, итого у нас получается 16 мест, мы запускаем в продажу. 16 кресел. На данный момент сотрудниками кинотеатра ведется серьезная подготовка. Прогружается контент, получают цифровые ключи, идет настройка работы кассы, а также проводят разъяснительные беседы с работниками кинотеатра. Что касается ценовой политики, то она осталась неизменной. Билет от 300 до 400 рублей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».